В преддверии Нового года всероссийский проект «Мечтай со мной» активно поддержал Кашхабльский район. В администрации района была организована акция «Елка желаний», направленная на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. Главный атрибут новогодних праздников – елка с игрушками и настоящими мечтами, которые обязательно воплотятся в жизнь, стояла в кабинете председателя Совета народных депутатов Кашхабльского района. С новогодней елки открытки пожелания сняли глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, заместители главы района, главы сельских поселений. Среди пожеланий – поездка в образовательный центр «Полярис», встреча с известным артистом, один день с главой района и так далее. Ни одно из оказавшихся на елке желание не останется без внимания. Все они обязательно сбудутся до наступления главного праздника, которого ждут все без исключения.